А те, кто репостнет эту запись с видео у меня на стене, то я разыграю между вами сигны. 2 или 3 точно. Так что все в ваших руках. Прикиньте, Сергеоти сдержит ваше имя в руке. Прикол, да. Че творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это малоизвестный потерянный эпизод Барбоскиных. Этот потерянный эпизод прислал мне один человек. Пару дней назад ВКонтакте была анонимная ночь. Именно так мне аноним прислал этот потерянный эпизод. Я не знаю, кто он, но если он это посмотрел, то у него теперь точно не все хорошо со здоровьем. К сожалению, аноним скинул лишь отрывок из какой-то серии. Гейна рассказывает Лизе о своем супераппарате, с помощью которого он сможет завладеть всем миром. И Лиза сказала, что она поможет Гене, только чтобы он ее не трогал. Гена согласился. Выскочила надпись. В этот же день. Все сидели и ели за столом. Лиза куда-то убежала. Когда она вернулась, она принесла этот аппарат и запустила его. И он издал страшные лучи, которые вызывали даже у меня головную боль. Спустя пару минут все начали подчиняться Гене. Все в один голос сказали: «Ждем приказаний, наш повелитель». И Гена приказал им всем убраться во дворе. И все начали убираться как роботы. А Гена только на это смотрел и смеялся. И когда они все убрали, Гена думал, что они вернули свое привычное сознание. Но что-то пошло не так. Роза сказала, что они ждут приказа. Гена ничего не понял. Он думал, что они уже вернули свое сознание. Ведь 15 минут уже прошло. Он подошел к малышу и щелкнул пальцами. На что малыш со всей силы воткнул грабли в голову Гены. Из его головы начала течь кровь. Она выбрызгивала во все стороны. Гена начал ужасно кричать и бегать. В это время дружок высыпал все листья назад, и Барбоскины начали снова убираться. Гена так начал бегать, что выскочил на дорожку для уборки, и его засосал экскаватор. Его волосы заживали, и снялся скальп. Всех обляпало кровью. Но это не остановило Барбоскиных. Гена после этого прожил всего 2 минуты, а потом скончался. Это был конец. На этом все. Стал бы Сергеонис, поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь мое воображение.